4 октября в 22 часа 28 минут по московскому времени ракета Р-7 с серийным номером М-1-10 стартовала. 20 секунд. Полет нормальный. 30 секунд. Полет нормальный. 1-я космическая достигнута. На 295-й секунде центральный блок ракеты вышел на орбиту. Есть отделение объекта относителя. В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журнал «Радио» заблаговременно опубликовал подробные рекомендации по приему сигналов из космоса. И их ловили сотни ученых и радиолюбителей по всему миру. С начала космической эры на орбиту были выведены свыше 7000 спутников. Они обеспечивают связь с удаленными районами Земли, помогают ориентироваться на местности и в океане. Спутниковыми навигаторами снабжают суда, самолеты и даже общественный транспорт. Спутники-обсерватории изучают Вселенную. Метеорологические и геофизические аппараты дают возможность предсказывать погоду, следить за распространением пожаров и наводнений, составлять карты. Несмотря на то, что многие спутники отживают свой срок, падают и сгорают в атмосфере, спутниковая группировка растет год от года. По состоянию на 25 октября 2010 года на орбите находится 3535 спутников. Первый спутник находился на орбите 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли и пролетев 60 миллионов километров. Вера в техническое превосходство США пошатнулась даже у рядовых американцев. 4 октября 1957 года пресса назвала космическим Пёрл-Харбором. Американское правительство поспешно сообщило о создании совершенной системы ПВО. Но каждые полтора часа над территорией США пролетал неуязвимый маленький блестящий шарик. И с этим ничего нельзя было сделать.